Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Мистер Саллер. И вот уже прошел один месяц с того момента, как я снял про монету ZIP. Сегодня я хочу показать результаты, чтобы вы могли оценить, каких результатов я добился в этом проекте, что вообще происходит, сколько я заработал, какой X сделал. Давайте обо всем детально разбираться, смотреть, что к чему. Значит, вот сайт ZIP, сегодня их монета стоит, как вы видите, 0.89. Месяц назад, когда я начинал первое видео показывать, она стоила 0.40. Я думаю, что многие, в принципе, из вас это помнят. Так вот, давайте посмотрим, что в целом я сделал. То есть, как только я пополнил баланс, как вы помните, я пополнил на $1400 баланс при курсе 0.40. Значит, я дальше задумался о том, как же можно приумножить эти средства. Ладно, рост монеты, да? Рост монеты — это хорошо. Ну, вроде бы, как бы надо что-то тут еще делать. Тут столько функций, реально очень много всякого функционала, что можно заработать здесь много на чем. И, соответственно, я подумал, так, как же приумножить, что же сделать. Начал изучать, начал смотреть. Вот у меня в пути в моем развитии было что? Я только пополнил, сразу зашел в холдер, ознакомился, что такое холдер, вот изучил. То есть это стабильное получение прибыли в ZIP Company, да? Портфели в системе ZIP Holder не имеют фиксированных сроков и рисков и может быть продан в любое время на бирже. Почему именно этот раздел? Изучив все варианты, как можно у них заработать, мне показался это более безопасным вариант, потому что здесь можно в любой момент забрать ту сумму, которую ты инвестировал. То есть ты получаешь ежедневно дивиденды. Все зависит от того, какую сумму ты инвестировал. В моем случае у меня было 3500 монет. Значит, вот, изучив все это, я пошел дальше в холдер. Вот так вот выглядит раздел холдер. Вот здесь, в принципе, вот мы можем Alt нажать, да, посмотреть, как монета развивалась. Смотрите, она развивалась изначально по 0.22, да? 0.22 она стоила, потом, видите, скачок в один день был сразу до 35. Вот, я зашел, ну вот где-то ориентировочно, ну я 19-го заходил, вот 19 число у нас, так вот, вот 19-е. 40 центов стоит монета. Только что вы видели, да, я вам показал 89. Вот она таким вот образом развивалась. Вот она была дальше. А вот у нее хорошая была цифра 49. Потом она чуть упала до 41. Но я как холдер, да, я не стал запариваться за эти вопросы. Я просто сидел и ждал. То есть в этом и есть суть всего холдерства. Так вот. Значит, дальше она у нас идет на 0.50. И смотрите, как она дико летит, монета. То есть в этом случае я зарабатываю на двух вещах. Это на росте монеты и на том, то, что я здесь храню средства и получаю доход за последний день. Да, вот у меня здесь он фиксируется. Сейчас вам покажу, как это все происходило. Значит, я сначала попробовал сумму 2300, вот 9 числа 03. Видите, мне оно падало по 5,10 монет ежедневно. А монета у них стоит сегодня, ну, почти 90 центов. Вот. А дальше я просто отменил его в этот же день, я просто пробовал, да, тестировал систему, вот 9 число мы видим. И потом 9.03.2021 я уже поставил 3500 ставил там комиссии, да, туда-сюда, там 3498 в итоге поставилось. И вот я получал по 7.44, но видите, там все не так просто. То есть я получаю по факту не 7.44, а чуть больше. Вот, смотрите, я получал по 8.64, видите, ежедневно. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну и тут вот я уже сделал ретурн, это я отменил сегодня. Сегодня как раз 20 число, как вы видите по дате. А нет, вы не видите. В общем, 20 число, значит, вот, я сегодня отменяю. И, соответственно, потому как монета сделала, ну, грубо говоря, ровно 2x, я вывожу средства. Вот сегодня я вам покажу вывод. Сейчас я вам показал, как, в принципе, этот X2 сделался. X2, он сделался только за счет того, что монета росла. То есть, видите, да? Здесь, грубо говоря, вот, ну, значит, посмотрели. У нас это... Ну, вот она сейчас, секунду, сейчас еще раз. Посмотрим. Вот она. 40 центов. И я забираю на 89. То есть, я сделал X2 даже чуть больше. Значит, я отменяю все. И у меня эта сумма возвращается. И плюс у меня еще помимо нее у меня пришло 70, ну за вот этот весь период, 70, сейчас секунду, 70 монет пришло, да, 70 монет пришло за весь этот период, то что я получал дивиденды свои от этой суммы, которую, скажем так, пока холдер, да.
Вот, и вот даже, кстати, по выводу написано, да, значение, что вот я выводил я в дэше, вот число все прописывается, все четко, все без обмана, все пришло быстро, вообще моментально. Сейчас вам покажу на кошельке, сейчас я паузу нажму, быстро кошелек открою, покажу вам. Так, ну и вот, значит, вот эта сумма, да, вот видно там, должно быть видно. Видно, не видно. Нажмите на паузу, кому не видно. 13,3, как я запрашивал вывод, все прилетает, все отлично. То есть компания платит отлично. Я сделал X2, и X2 сделал только благодаря тому, что компания крутая и реально дает просто такую возможность заработать. То есть, посмотрите, как монета сделала такой хороший X. Это же вообще просто прекрасно. А сколько еще нововведений здесь планируется внедрить в будущем? Я тоже об этом сделаю отдельные ролики. По мере выхода каких-то новостей, да, я буду дальше публиковать, что-то интересное рассказывать, какие-то интересные вещи. Но в целом, вы сами видите, заработок очень крутой. То есть вот, в принципе, да, доход за весь период, вот мы видим, вот он. То есть здесь все по цифрам, все вообще, все отображается, это очень круто. Если вдруг у кого-то есть сомнения по поводу того, что реально ли здесь вывести, да, там, то вообще все очень просто. Смотрите, нажимаете, вот у вас есть зибы, нажимаете продать, и здесь выбираете доступный список, вот я, допустим, дальше, да, выбирал, выбираете, ну, допустим, биткоин, указываете сумму, и все, дальше, значит, вы отдаете зип, выбрали, допустим, биток, указываете ваш адрес, ждете, все очень просто. Так что, друзья, попробуйте по ссылочке в описании заработать так же, как и я, сделать хороший X. Но вообще в целом хорошо бы было прислушиваться, да, в момент выхода первого ролика, потому что сегодня бы не я сделал X2, а сделали бы X2 вы. А в итоге сделал я, видите, потому что я вам показал, что в целом есть инструмент, где можно заработать. Я заработал. Вот. В принципе, это так и должно работать. То есть 1400 и 3000 долларов есть, да, вообще? Разница, ну, чувствуется месяц всего лишь. То есть для месяца это очень хороший вообще заработок. Вот, друзья, все ссылки, значит, будут в описании. Обязательно перейдите, ознакомьтесь, посмотрите. Кому понравится, вы знаете, что делать. Здесь можно заработать действительно. Ну, а с вами был мистер Саллер. Кому понравилось видео, не забывайте про лайки. До скорых встреч. Пока.